Приветствую, Маши. Небольшой такой отзыв о магазине Ряды, Оптоклуб, Пулское шоссе, дом 43, Невоград. Там все дорогое. Я не знаю, зачем туда ходят. Ходить туда нефиг. Ну, кому на цену пофиг, тогда ходят. Какие-то печеньки были прикольные, ну я не купил. Хлеб неплохой, не противный. Купил хлеб попробовать. Бывает противный. В Перекрестке противный хлеб. Говняный. И дорогой. В общем, нечего покупать. Макароны просто из-за вида купил. А пиво Лидское. На троечку. Просто не было сидров. И что-то надо было купить. Поэтому и купил. Единственный магазин, как я понял, держится, что он рядом с шоссе же, куча машин ездит, херачит рядом. И поэтому люди туда ходят. Еще какая-то носится беднота. Но я не знаю, что они там находят. Там ни хера дешевого нету. Может, кто-то другой мне объяснит. Так. А, ну кассиры там еще стоят. Херня какая-то. Это же неудобно стоять. Там что, охеревшее начальство, что ли? Все, пока, ребята. Подписывайтесь.